Всем привет! Хочу снять для вас реальный обзор на коляску Carella Brava Plus, модель 2023 года. У меня она в цвете светло-серая. Коляска мы пользуемся уже около 3 месяцев. Это не первая коляска этого бренда. До этого у нас была модель Carella Optima 3 в 1. И поэтому мне есть чем сравнить. Вот. Так что давайте приступим. Начнем снизу вверх. Расскажу о плюсах коляски. У коляски очень большие, классные колеса с хорошим протектором. Они очень проходимы. Мы живем в небольшом городке, и у нас не очень хорошие дороги. Также мы гуляем часто в лесу, где очень много неровностей и шишек. И коляска отлично проходит, то есть амортизация у нее шикарная. У нее амортизация на всех 4 колесах. Вот. Ее не трясет, то есть малыш хорошо в коляске спит. Прям я очень довольна. Я специально выбирала коляску, чтобы она была всесезонная, чтобы на ней можно было ездить как зимой, так и летом, чтобы она была проходимая. И с этой функцией, по крайней мере, мы катались весну и летом, она справляется. То есть все кочки, неровности она проезжает на ура. Также у коляски отличная глубокая корзина. Она выдерживает до 3 килограмм. Сзади есть такие вот замочки. Вот она может еще больше расширяться. Очень вместимая и выдерживает даже не только 3 килограмма. То есть мы ее нагружали довольно-таки нормально. Даже до 5 килограмм она точно выдерживает. Очень удобный тормоз ножной. То есть в форме бабочки. То есть вы не испортите обувь. То есть прям прекрасно, легко нажимается. Очень хорошо тормозит коляска. Никуда не катится. Уверенно на тормозе стоит. Очень стильный дизайн. Чем она понравилась. Очень такая увесистая. Прям надежная. На ветру ее не шатает. Затем у коляски есть 3 положения. Вот, сзади есть вот такой вот рычажок, который опускает и поднимает спинку коляски. Также есть небольшой кармашек, ну, не глубокий. Сюда можно положить какую-то молотовку, телефон, можно какую-нибудь мелкую игрушку положить, что-то. Также есть окно вентиляции, вот так открывается сеточкой. Вот. Закручивается очень хорошо. Здесь вот такой вот замочек. Вот. То есть эту коляску можно использовать с полугода. Моему малышу было где-то около 8 месяцев, когда мы начали ее использовать. То есть если использовать ее с полугода, когда малыш уже активно лежит на животике, если его положить на животик, то есть ему будет видно в это окошечко, ну, улицу, пространство. Вот. Также очень отличный, глубокий, хороший кавер. То есть он может вот так вот еще открываться в таком положении. Есть смотровое также окошко, очень удобное, то есть малыша хорошо здесь видно. Ткань, она идет ветроустойчивая, водонепроницаемая. Мы попадали прям в огромный ливень. Все выдержало, малыш не промок, прям отличная ткань, очень хорошо моется, оттирается, там какие-то пятнышки, бывало даже попадали следы кофе, проливалось, вот все отлично отмывается, ткань прям замечательная. Также здесь есть светоотражатели, что очень удобно, коляску видно хорошо в темноте, на дорогах, супер. Очень глубокое место спальное, точечные ремни безопасности, очень мягкое само место, то есть я никакой дополнительный матрасик, ничего не нужно покупать, малышу здесь спать очень комфортно, удобно, не капризничает, прям места хватает, отлично. Сидячее положение выглядит вот так вот, то есть есть максимально вот сидячее положение. Вот такое полулежачее и лежачее положение.
вот здесь вот ручка отстегивается вот таким вот образом и пристегивается тоже. То есть можно одну сторону, допустим, отстегнуть, можно обе стороны отстегнуть. Очень удобно, интересно здесь сделана система хранения москитной сетки. Она идет в комплекте. То есть здесь вот есть под ножками вот такой вот кармашек с замочками, где спрятана москитная сетка. Скажу сразу, что москитная сетка, она не оригинальная, скорее всего, универсальная, потому что у нее есть как вот такие вот петельки, то есть их можно на любую коляску, где есть петельки, куда можно, да, закрепить. И вот такие вот застежки, то есть куда-то их втыкать. Я, когда увидела эту сетку, я не сразу могла понять, как ее одеть, потому что везде, где я смотрела обзор на эту коляску, говорили, что есть сетка, но не показывали, как ее одевать. То есть могу сразу вам показать, как ее одеваю я. Обычно я всегда гуляю, когда у меня коляска находится в таком вот положении чаще всего, то есть капор полностью раскрыт. Вот. И вот здесь вот есть самое такое вот место, углубленное, с резиночкой. Вот его вот так вот продеваете на ножки. Получается, у вас вот так вот сумка натягивается. У меня вот с одной стороны здесь есть вот такой вот как крючок. Он нужен для того, когда коляска складывается и закрепляется вот за этот ограничитель. То есть я его цепляю вот сюда вот, с одной стороны, а с другой стороны вот эту вот петельку, да, штучку. То есть нужно вздеть прям внутрь, вот здесь вот есть железное основание. Конечно, не очень удобно, то есть если малыш закапризничает, не самый быстрый доступ получается, но быстрый доступ получается вот с этой стороны, где есть вот эта вот петелька. То есть я сразу ее снимаю вот так вот, и все, доступ есть. И вот здесь вот приходится, конечно, немножко поднапрячь усилия, чтобы достать. Вот, и так вот легко все туда убирается. Конечно, эта функция очень удобная в этом плане. Вот. Также в комплект с коляской входит подстаканник, и накидка на ножки с плотным материалом. Тоже могу сразу подсказать, как лучше правильно ее одевать. Везде, где я смотрела обзоры, в основном ее надевали вот так вот. То есть, если вы ее оденете вот так вот, то здесь нужно раскрыть капор. Вот так вот, например. Ну, накидка в основном, я думаю, можно будет пользоваться это осень, зима и до середины весны, потому что это довольно плотного материала, там даже, мне кажется, внутри есть какой-то синтепон. То есть на лето или уже в апреле месяце будет жарковато. Также материал такой ветроустойчивый, хороший, влагоустойчивый. Как ее закрепить? То есть здесь вот такие вот ремни. Вот через вот эти вот железные основания нужно продеть и на заклепочке застегнуть. То есть если вы оденете сверху на ручку, то накидка будет выглядеть вот таким вот образом. Таким вот образом как-то как будто смотрится кривовато, некрасиво. Вот здесь вот зазоры, то есть ветер, снег и дождь, мне кажется, все это будет попадать. Неудобно, как-то непрактично. И мы долго думали, как же ее одеть, пока я не наткнулась на, наверное, единственный обзор этой коляски, где было описано, как правильно лучше одевать накидку на ножки. То есть нужно не поверх ручки одевать, а под внутрь. То есть вот эту вот расстегнуть здесь серединку, продеть вот так вот.
И тогда здесь будет плотно все закрываться. Также прикрываем. И никакой ветер, ни снег, ни дождь малышу не будет туда попадать. Такой вариант мне нравится гораздо больше. Может быть, конечно, с виду не очень смотрится красиво, но зато очень практично и не будет задувать малышу. То есть смотрите, какая разница, да? Какие были щели, когда мы снаружи одевали, и какие стали внутри. То есть вот имейте это в виду, что лучше, конечно, делать вот так, потому что во многих тоже обзорах, я говорю, такого не показывают, как это все правильно одевать. Вот, также ручка. Ручка регулируется, то есть есть самое высокое положение, вот такое вот для высоких людей, и есть среднее положение. И самое первое низкое положение для людей с небольшим ростом. Очень удобно, обтянутая кожей. Вот сейчас я вам покажу, как складывается коляска. Здесь вот на ручке есть вот такая вот сверху кнопочка, то есть нужно сдвинуть, да, этот рычажок. И внизу вот здесь вот основная вот большая вот кнопка, то есть нужно сначала сдвинуть первую кнопочку, этот рычажок влево, и, соответственно, потом нажать основную ручку на кнопку на ручке. И у вас срабатывает механизм, и коляска начинает складываться. Здесь есть ручка. Ее можно перетаскивать. Удобно в машину. В принципе, она компактная. Также, чтобы ее сложить до конца, то здесь есть вот такой вот как бы плитик. Ее нужно вздеть вот на этот вот крючок. То есть она у вас утрамбуется еще, как бы будет уже и компактнее. И вот таким вот образом она складывается. Ну, плюсов у коляски гораздо больше, но хотела бы тоже и сказать сразу о минусах. Минусы коляски. Когда я начала уже ездить, да, ее использовать, то я заметила такой минус, что когда я поднимаюсь на кочки, ну или на бордюры, чтобы мне, да, переехать, то есть коляску сначала я поднимаю вот так, а потом, когда я ее опускаю, у нее вот такой вот звук, как бы шатающийся, хлипкий. Вот. И я начала спрашивать у знакомых девочек, у кого такая же коляска, и у них тоже такой же звук. То есть, возможно, это из-за механизма складывания. Не знаю, из-за чего, но, конечно, неприятно, что в коляске за такую стоимость как бы есть вот такие вот шатающиеся элементы. Ну, не критично, как бы можно с этим жить, но не хотелось бы, конечно, чтобы было это. Затем подстаканник. Я бы поменяла подстаканник, потому что он здесь очень хрипкий, и когда, даже, например, если вы будете покупать кофе, бутылку, в принципе, хорошо, небольшую бутылку с водой хорошо держит. Например, стакан с кофе, средний с кофе, вот, наклоняет, и все, кофе, не, то есть не держит его ровно, она идет под наклон, наклоняет, шатается, и все выплескивается. То есть уже не первый раз это было. Затем для высоких людей я обнаружила такой нюанс, что когда вот вы идете, ручка коротковата, и из-за этого, когда вот вы, ну, первое время так было, когда вот мы шли, то есть приходилось задевать ногой за вот это вот основание. То есть ручка, вернее, расстояние рук и шаг не хватает. То есть вот такой вот нюанс, обратите внимание. Хотелось бы, конечно, чтобы в комплекте еще был дождевик, но его нужно докупать уже отдельно. Но, в принципе, даже вот когда был дождь, у меня глубоко была раскрыта капа и одета сетка, и малышу ничего не попадало. Вот. Ну, а я думаю, зимой или там уже поздней осенью можно одевать накидку на ножки, и то есть там уже будет все хорошо закрываться, и точно ничего уже не попадет. Вот. В принципе, вот такой вот мой обзор. Смотрите сами. Стоит
такую коляску брать не стоит. Я однозначно говорю, что стоит, я не пожалела в своем выборе. Вот, мне очень нравится, тем более, я говорю, коляску с такими колесами и с такой проходимостью, ну, сейчас мало где встретишь. Конечно, у нее такой весомый минус еще в том, что она тяжеловата, она весит около 11 килограмм. Вот, я живу на невысоком этаже, как бы я уже привыкла, мне не так сложно уже ее спускать, поднимать. Вот, ну, для тех, кто живет на этаже повыше, да, и у кого, если нет лифта, конечно, будет тем девчонкам немножко сложновато в этом плане. Но за счет того, что у нее большие проходимые колеса и такое вот хорошее, да, основание жесткое, вот поэтому у нее такой и тяжелый вес, в отличие от других колясок, которые, ну, прогулочные, да, с маленькими колесами, конечно, они идут и легче. Вот, а здесь коляска всесезонная. Поэтому она прям на любую погоду. Так что я советую, надеюсь, своим отзывом я кому-то помогла в выборе. Всем спасибо за просмотр и всем пока!